он никогда его не менял, потому что считал, что он его приносит удачу. И там он носил ноты, и этот подсвечник был перевязан всем возможным веревкам, чтобы только не рассыпаться. И я, например, шапку, которую ему подарила сестра Антона Павловича Чехова, Мария, и он тоже ее носил, практически не снимая, потому что считал, что она ему приносит здоровье и долголетие. Ну, судя по тому, сколько он помнит, наверное, это так и есть. Или что он не входил в одну и ту же крепость, не потом входил, не потом выходил. Да, тут я именно поэтому вспомнил. Конечно, его музей напрашивал. Количество леворульных автомобилей. Продукты из
гостями обсуждали, кто им больше нравится, нравится ли им ремейки, там кто-то ставит новые аранжировки, вот как-то вот этот интерес к ретро-музыке, он застал. Но вот тоже интересная тоже деталь, как мне кажется, для наших слушателей, несмотря на то, что от Карл Эйкин лежит огромное количество произведений, и очень красивый, мелодичный, тем не менее, он гордился как-то даже трогательно, я бы сказал, по-детски, своими ландышами. Кассеты не очень простые, но он меня даже... А вы помните ландыши? А как вам? То есть такое было впечатление, как будто это главное произведение его жизни, хотя до этого он критиковали произведение, считали, что он был неподходящий, не годный, не дает кому-то музыку. А тем не менее, они же зависели, и он очень тяжело как-то обратился. Thank you.
там одно здание, где-то, вот если вы смотрите сами в таком состоянии дороги в городе, блин. Погода. Прогноз на субботу, 18 сентября. В Мурманске осадки разработали 8 градусов, 5 градусов. В Молотове 7, 7 градусов. В Сыктывкаре также 7 градусов, 1 градусов. В Великом Новгороде плюс 10, осадки широких не обещают. В Ленинграде 11 градусов. Да что ты? Метров на светофоре, поверните направо.
так и не посмотрел. Стрел на улице города. Вы, это ваши права, ваши обязанности. Вы на дороге. Все, что мы скажем, будет использовано в вашу пользу. Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова. По понедельникам. После 20 часов. На радио. Проводились работы по активному тушению действий в России. Наиболее сложная обстановка
Ленинградском будет минус 2, минус 4 градуса. Плюс на Петербурге 9 заморозки, даже в Волгоградской области заморозки. На большей части России заморозки, сказал Лифов. Он отметил, что наиболее заметные холодные аномалии прогнозируются на Урале и на юге Западной Сибири. Температура выше нормы будет на юге Красноярского края, но в Хабаровском крае, как уточнил синоптик, заморозков не ожидается только в Приморье, в Хабаровском крае и на юге Европейской России. Погода. Сегодня облачно с прояснениями, осадков не ожидается, и плюс 9-11 градусов, в Москве облачно с прояснениями. Ну вот город Якутск. Посмотрите, кто... 4-9 метров в секунду. Не видел. Ну а я направляюсь к переправе. Через 200 метров поверните направо. Назад на причал. Окраина Якутска. Красивые дома очень. Продолжение следует...
Слушайте, в студии Вести ФМ Марат Сафаров, Митя Куликов, Игорь Саралидзе. Это наш проект «Цивилизация». Приветствую, друзья. Здравствуйте. Привет. Итак, мы начинаем говорить о времени. Да. Царство Николая Второго. Просто в нашей программе. По городу больше ездить не буду. Представлял на себя. Покидаю город. Идите на объект. На причал. Существовали. Города. Давайте, в каком состоянии? Через 200 метров поверните налево. Thank you.
на светофоре, поверните налево. Тебя, блин, задолбало ты уже. Через 300 метров на светофоре поверните направо. Но она на самом деле существовала. Вот Николай II получит.
слева. Ограничение 40.
так, как будет из США. Мошенники начали массово создавать сайты клоны торговых сетей, вернувшись к проверенной схеме обмана. Об этом пишет Коммерсант. Все страницы, копирующие сайт 15 брендов, включая красное и белое, Dixi и Blinders. Сайты построены по единому шаблону и содержат опросы якобы от имени компании и денежную лотерею. Опрошенные из ранее эксперты отмечают, что мошенники вернулись к этому сезонному способу обмана пользователей. Злоумышленники пользуются тем, что осенью настоящие ритейлеры проводят свои стимулирующие кампании. Одним из маркеров мошеннического сайта является стремление посетителям разослать ссылку своим знакомым. Распространение
Через 200 метров поверните направо. Заблудился. Маршрут перестроен. 3 километра.